не сведи, сведи на души. Как вы думаете, неужели Бог не сойдет к нам? Что же такое семья? Конечно же, сойдет. Конечно же, ответит. Конечно же, восстановит семью. Конечно же, исцелит. Конечно же, простит. Конечно же, даст то, что мы нуждаемся. То, в чем мы нуждаемся. Конечно же, даст прорыв. Thank you.
хочу сегодня с вами поделиться словом на такую тему созидание церкви и как бы, ну, нюансы, как это вот происходит, как это вот Бог видит. И мы с вами все знаем, в церкви мы здесь с вами братья и сестры, и у нас есть вот определенные как бы отношения, там это семья, и между нами там завязывается какие-то там дружба, походы в гости, там вот, и как-то вот мы по-семейному вместе здесь и с вами служим. И от взаимоотношений с вами, вот, ну, вот между братьями и сестрами, от взаимоотношений зависит от того, как будет развиваться вот рост и становление церкви. То есть оно может или развиваться, или оно может вот как-то ухудшаться. И я хочу просто обратить внимание, что есть взаимоотношения в церкви, вот как между братьями и сестрами, точно так же вот есть взаимоотношения между служителями и вот братьями-служителями, сестрами-служителями. И я хочу с вами все вместе, чтобы мы открыли сейчас Фессалоникийцам. Последнюю главу, пятую. Первая Фессалоникийцам, пятая глава. Мы будем с вами читать 12-13 стих. Итак, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 12-13 стих. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дела их. Будьте в мире между собой». Вот этот принцип, он как раз вот подразумевает собой созидание церкви либо в позитивную сторону, либо разрушение ее. И вот в 12 стихе, я хочу обратить особое внимание, апостол Павел обращается вот к Фессалоникийской церкви и говорит: «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас». Вот трудящиеся, трудящиеся – это, ну, можно так сказать, люди, которые в церкви работают. Больше всех – это, ну, пастор. Давайте так скажем, пастор. Больше всех работает. И, ну, вот он заботится, он трудится, ночами не спит, там, постится. Трехразовое питание – понедельник, среда, пятница. Знаете, такое есть. И заботится о церкви особенно. Вот больше всех, наверное, чем кто-либо отдельно взятый. И вот тут такое слово употребляется – уважать трудящихся у вас. Вот трудящийся, вот в данном контексте апостол Павел приводил такое слово, которое было связано с непосильным физическим трудом. То есть это сверх, там, что-то такое сверхъестественное. И мы все знаем, что это нелегкая работа, быть пастором – это призвание. И это определенное служение, которое требует особого внимания, которое требует много физических и моральных затрат. И даже можно такой провели эксперимент. Вы знаете, одного человека попросили просто переносить картошку, вот, например, с одного места в другое. И вот он там переносил картошку, там 2 часа переносил картошку, там в мешках, там в ведрах, по-разному. И потом его попросили: а вот теперь можешь вот эту всю картошку взять и перебрать ее там крупную в сторону, в одну мелкую, в другую сторону, среднюю, вот, в другую сторону.
И вот эта такая кропотливая работа была проделана этим человеком. И когда у него там брали, когда у него брали вот всякие тесты, показатели, проще было тому, в том случае, когда он просто носил, ну вот там сказали копать, копает, там, сказали носить, носит. То есть голова особо так не, ну, как говорится, сила есть, ума не надо. Знаете, такое выражение. А вот когда попросили уже более такую детальную работу провести, это там отделение, это надо было уже внимательно там смотреть, перебирать. И вот как раз во втором случае были показатели такие намного выше. Уровень там повышенное давление, там сердцебиение, пульс, такое уже какое-то взбудораженность такая. И вот это слово, оно как раз употребляется вот именно одновременно и физическая, и умственная нагрузка. Потому что служить, вот быть пастором, это ну, на самом деле не каждому, наверное, из нас хотелось бы вот так взять на себя весь, как говорится, набор тех служений, которые несет наш пастор. И я хотел бы вот особенно затронуть вот эту тему, потому что в почитании пастора, в нашем отношении к нему зависит то, как будет строиться церковь, то, как будет церковь восприниматься в городе, то, как мы, например, говорим о нашем пасторе или поступаем по отношению к нашему пастору. Люди со стороны это видят, и это как бы созиждет определенную работу и ведет за собой определенные последствия. Поэтому в нашем случае с вами мы должны просто это взять на вооружение, как дети Божьи, которым Бог дал определенную мудрость, дарование. И хочу вот определенно еще следующий стих прочитать. «И почитать их», то есть трудящихся, «и почитать их преимущественно, с любовью за дела их». Вот. За дела мы уже с вами поговорили, то есть почитать в принципе есть за что. Это большая-большая работа. Столько, сколько пастор переживает. Он живет вот церковью, знаете, как с этим ложится, с этим встает. Там у многих из вас есть бизнес и работы. Мы там иногда слишком заняты, слишком суетимся. У нас там свои дела. Вот. А пастор, он на самом деле как бы вкладывает в церковь свою душу и работает для созидания. И как Писание говорит, как Иисус, вот он своим ученикам ноги умывал. Вот приблизительно таким образом пастор относится, я так думаю, к каждому из вас, и он нелицеприятен. И я знаю на своем личном примере, когда какие-то трудности приходили в мою жизнь или в жизнь там, моей семьи, то я видел, как особенно пастор, вот он так сопереживает, он все время как-то проявляет инициативу, он все время там звонит, все время спрашивает, подбадривает, говорит там, ну, с Господом все получится, все пройдешь, все будет хорошо. И вот в 13 стихе написано, что чтобы вот за дела, которые вот несет служитель, которые несет пастор, чтобы мы почитали с преимущественной любовью. То есть, знаете, вот, например, есть что-то вот одно, второе, третье, но вот, например, вот это одно, это преимущественно. Вот это вот почитание, оно должно быть как бы в наших сердцах, оно должно быть на первом месте, потому что вот, ну, сам апостол Павел так нас учит, чтобы мы преимущественно почитали с любовью. И будьте в мире между собой, конечно, само собой, потому что Иисус, когда помните, там он писал, вернее, говорил, что в Евангелиях, что узнают, что вы мои ученики по любви между вами. И, соответственно, вот такие две составляющие, почитание пастора и вот отношения между вот братьями и сестрами, вот это все говорит о том, что церковь двигается либо в возрастании, либо вот стоит на месте. И Хотел также вот привести такой пример. Помните, в Ветхом Завете, когда вот Моисей обращался к Иисусу Навину, когда вот там амаликитяне нападали там на Израиль, и вот в Исходе, в 17 главе,
Я хочу, чтобы мы сейчас вместе с вами открыли Исход, 17 глава, с 9 по 13 стих. Исход, 17 глава, 9-13. «Моисей сказал Иисусу: „Выбери мне мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей“». Дальше читаем. «И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел, сразился с амаликитянами. А Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма». Я хочу, мы дальше потом почитаем, я хочу здесь остановиться немножко. Здесь просто такой как прообраз. У израильского народа они вот повстречались с определенной трудностью. То есть это как церковь или как братья, сестры встречаются с трудностями в жизни, вот в своей жизни, или там вот у кого-то из братьев, сестер какие-то трудности. И вот Моисей, он здесь как человек трудящийся, как вот тот, кто идет впереди, вот он обращается к своему помощнику, так скажем, и говорит: «Выбери мне мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». Обратите внимание, здесь он просто... Они долго там не выясняли, кто куда пойдет. Он просто сказал что-то, вот Моисей в данном случае. Он просто, вот его видение было такое, что израильский народ, он должен был встать и сразиться с амаликитянами. Это как вот у кого-то проблема, и пастор звонит, говорит: «Ребята, давайте мы сейчас все встанем и будем молиться». И вот такая-то ситуация там. Брат попал в больницу. Или там сестра потеряла работу. Или, ну, ситуаций много бывает разных. И Иисус Навин просто, он встал вот в подчинение, с уважением. Он просто, вот так написано: «И сделал Иисус, как сказал ему Моисей». То есть Моисей сказал, Иисус сделал. Особой вот всякой там между вот этой прочим его не было. Вот как мы здесь читаем. Но вот мне интересно следующий момент. «И пошел сразиться с амаликитянами». Мы читаем 10 стих дальше. «И пошел сразиться с амаликитянами. А Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма». В предыдущем стихе мы читали с вами так. Он попросил пойти Иисуса и сразиться с амаликитянами. И он сказал: «Я завтра пойду на вершину холма и возьму жезл свой, жезл Божий, и, который будет в руке моей». То есть в предыдущем стихе мы видим, что он собирался это сделать сам. Но в следующем стихе мы читаем, что когда Иисус Навин пошел сразиться, Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. Вот хочу обратить внимание, что их даже об этом никто не просил. То есть они просто посчитали нужным, они приняли на себя определенную нагрузку, и они пошли вместе с Моисеем для того, чтобы встать на горе и чтобы молиться Господу. Мы сейчас с вами дальше будем читать. И поддерживали его как морально, так и физически. И вот, то есть они проявили какую-то особенную инициативу в данном случае. И когда Моисей, следующий стих, 11. «И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалек». 12 стих. «Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем, а Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца». И 13 стих. «И низложил Иисус Амалека и народ его острием меча».
Мы с вами видим обычная рядовая ситуация в церкви, когда вот случилась какая-то ситуация, где нужно было просто противостать как физически, так и духовно. Были люди, которые пошли сражаться физически, но Моисей, он сказал, что «я пойду на гору». То есть он сказал так приблизительно, что «я пойду, так скажем, в тайную комнату и буду там молиться». И вместе с ним, обратите внимание, пошли вот два человека, это Аарон и Ор. Это те люди, которые были, так скажем, которым Моисей был неравнодушен. И это те люди, которые разделяли видение своего лидера. Это те люди, которые взяли на себя определенную ответственность. И вот среди этого всего, когда они вместе служили, всегда лидер, например, который стоит над нами, мы можем с него брать какой-то определенный пример, учиться. То есть как поклоняется пастор, как поклонялся Моисей, как он поднимал руки, как он молился. И вот такой пример просто, он говорит нам о том, что мы с вами, это, наверное, наша обязанность или наше желание сердца просто обращать внимание на то, как пастор служит, обращать внимание на то, как он ведет церковь, как он относится к овцам, о них переживает, молится, не радеет, вот одним словом можно сказать. И в данном случае мы наблюдаем с вами тот самый пример, когда, во-первых, они проявили инициативу, в которой они сами и учились, и принимали участие, и были вместе с ним, поддерживали в данном случае. И хочу еще обратить ваше внимание, помните, также в Ветхом Завете такой был пророк Илия. Илия, и вот там была такая определенная история, когда он передавал, что ли, ученичество, передавал помазание своему ученику, своему последователю Елисею. И я хочу, чтобы мы с вами открыли Третье Царство, 19 глава с 19 стиха. Третье Царство, 19 глава, с 19 стиха. «И пошел оттуда», это Илия, пророк Илия, «и пошел оттуда и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал имеется в виду пахал. 12 пар волов было у него, и сам он был при 12-й. Илия, проходя мимо, бросил на него милость свою. И оставил Елисей волов, и побежал за Илию, и сказал: «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». Он сказал ему: «Пойди, приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он, отойдя от него, взял пару волов и заколол их, и зажег плуг волов, и сжарил мясо их, и раздал людям, и они ели, а сам встал и пошел за Илию, и стал служить ему». Мы тут, тут яснее уже как бы некуда, я так думаю. Вот такой пример. Илия, он знал, что все мы на земле, как говорится, люди не вечные, и один в поле не воин. И он проходил мимо определенного места, где работал Елисей. Мы можем обратить с вами внимание, что Елисей — это был не просто рабочий, который работал на каком-то предприятии или на каком-то заводе, или просто на кого-то работал. Он был состоятельным человеком. Он был человек, который
у него было определенное имение, у него было 12 пар валов. То есть, представьте себе, да, это целое такое фермерское хозяйство, 12 пар валов. И написано так, что он сам был при 12-й паре, то есть он работал. Я просто вижу, что когда человек, например, расширяет свой, ну просто решил заняться сам своим бизнесом, у него же не сразу стало там 12 валов, у него там было сначала 2, он там на нем работал, смотрит, у него потом появляется больше объемов работ, он решил еще 2 потом прикупить или там вырастить как-то. И вот так вот первую пару он отдавал кому-то, на второй паре он работал сам. И потом со временем это все переходило в такой оборот, уже потом было 3 пары валов. И вот мы читаем в данном случае, что у него уже была дюжина, у него уже было 12 валов. То есть это такой парк уже был серьезной рабочей силы. И вы знаете, я вот не могу представить себе, это, ну вот насколько нужно иметь откровение в сердце, когда у тебя настолько бизнес развит, вот он просто кипит, у тебя уже 12 валов, 12 человек, а может быть и больше, и ты сам еще там ходишь за этими валами, работаешь, и вдруг проходит помазанник Божий просто, проходит человек, который имеет определенный статус у Господа. И, как здесь написано, Илия бросил на него милость свою, и написано так, что он оставил сразу все, и просто сказал, позволь мне там попрощаться, я пойду за тобой. И так вот оно и произошло. И написано также, что «А сам встал и пошел за Илию и стал служить ему». Это большое откровение, потому что, наверное, не каждый человек может сделать такой шаг, но это мы видим, это пример, это живой пример из Библии, из Писания. И когда человек получает откровение от Господа служить, и когда он имеет в сердце своем откровение о том, то он просто все вот оставляет и идет служить. Помните, когда-то к нам приходил пастор Ивон такой, вот, который здесь в этой церкви были раньше до нас. Он рассказывал такие вещи, ну вот казалось бы, странные. У него там хорошая была карьера, у него был карьерный рост. Там он получал уже, по-моему, что-то 130-140 тысяч долларов, потом ему предлагали там уже 160, и в этот момент там он уверовал там и служил Господу, и он имел откровение о том, что нужно оставлять работу, нужно оставлять вот эту карьеру и следовать за Господом. У него было такое откровение, и он к своему работодателю, к своему начальнику приходил и говорил вот так и так, я хочу оставить. А знаете, здесь как? Здесь так, если ты приходишь, и вот ты начинаешь вот такие темы заводить, начальник сразу начинает думать, а, наверное, вот зарплаты ему мало, вот он хочет все-таки вот таким вот образом, что я вот ухожу. И начальник ему на самом деле, он ему начал повышать зарплату, начал ему там, ты не уходи, вот я тебе дам уже не 160, а 180 уже будешь получать. Вы можете себе представить, зарплата 180 тысяч в год. То есть это прилично. Если средняя зарплата здесь 35-40 тысяч, вот так можно сказать, вот это почти вчетверо, ну вот приблизительно от средней зарплаты. Но вот у него было достаточно мудрости просто объяснить и сказать, что это не есть его мотивы для того, чтобы повысить свою зарплату. Это просто вот призыв Господа, это просто Бог призывает, Бог зовет, и это вот желание сердца. И он все-таки как бы пришел к тому, что работу он свою оставил и пришел на полное служение. Там, где на тот момент в церкви было там, ну, совсем мало людей, там, ну, может быть, больше, чем у нас, но знаете как, церковь надо содержать, и то, и сё, и пастор должен как-то на что-то жить, существовать. Это не так просто. То есть это должно быть откровение, и это просто Божий промысел, когда Господь заботится о своих служителях. То есть дает возможность церкви расти как духовно, так и финансово. Потому что содержать церковь, содержать пастора, мы с вами все знаем, это, ну, это нагрузка. Нагрузка для таких, как я, для таких, как вы. То есть это определенная такая вот ответственность. И наша задача просто с вами стоять, просто рядом с пастором, иметь не потому, что так надо, а потому что как бы наше сердце, оно
хочешь или не хочешь, оно рано к этому приходит, к этому решению. Может быть, у кого-то раньше, у кого-то позже. И стоять рядом, перенимать у пастора какой-то опыт. Если пастор там молится в прорыве за какую-то семью или за какую-то ситуацию, сказать ему: пастор, я там, я с тобой, можно там, мы вместе, давай пост возьмем, давай там, я не знаю, будем вместе молиться, будем вместе встречаться, пойдем посетим там эту семью или вот этих людей, или вот поможем этому брату финансово, потому что я знаю, такие случаи были. Были, когда там человек не мог долгое время найти работу. Но мы все знаем, мы живем не в Советском Союзе, там на одной картошке здесь не проедешь. Вот, здесь есть и расходы, здесь есть и машины, у всех финансовые обязательства. И пастор просто проявлял инициативу. Он там от себя отрывал, там, я знаю от своей семьи. Это все непросто. И мы с вами должны вот такие моменты для себя вот так отмечать и где-то вот анализировать, там уже у себя в голове какой-то суп там надо сварить. И быть рядом с пастором, просто проявить не то чтобы инициативу, а это, знаете как, ну это можно так сказать, что взять на себя определенную ответственность. Потому что у всех есть свои заботы, у всех есть свои семьи, там, бизнесы и так далее. И посвящать свое время, отрывая там от своих, скажем, каких-то серьезных финансовых операций, там, бизнесы там, и так далее. Это тоже определенное, вот как в данном случае мы читаем у Елисея, он так именно и поступил. Он так именно и поступил. И он сказал: все, я иду за тобой, и я буду служить тебе. Я буду служить тебе. И мы, много там было разных ситуаций, когда Моисей, там, извиняюсь, когда Илия ходил служить туда или сюда. Вот Елисей, он был все время рядом с ним. Он ходил, он учился, он перенимал у него опыт. И я хочу вот эту историю продолжить, немножко читать дальше. Уже мы были в Третьем Царстве, 19 глава. А я хочу, чтобы мы перешли в 4 Царство, 2 глава, чуть-чуть дальше. 4 Царство, 2 глава. Прочитаем с вами, ну, наверное, стихов 15, ну, может, меньше. Сейчас, секундочку. 4 Царство. Четвертое царство, вторая глава, с первого стиха. В то время, как Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала. И сказал Илия Елисею: останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вефиль. Но Елисей сказал: жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя. И пошли они в Вефель вдвоем. И вышли сыны пророка, которые в Вефеле. То есть у Илии была определенная задача — идти в определенный город, который назывался Вефель. И он всегда оставлял выбор за Елисеем. Он ему всегда говорил: Елисей, оставайся здесь, меня Бог призывает в Вефиль. Но Елисей знал свое призвание, он знал, за кем он идет, и он просто для себя изначально принял такое решение, и в данном случае он следовал этому решению. И он ему говорил, что жив Господь, жива душа твоя, я пойду с тобой, мы пойдем вдвоем. И вышли сыны пророков, которые в Вефиле, к Елисею и сказали ему: знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над головою твоею? И сказал: я тоже знаю. То есть Елисей отвечал этим пророкам: я знаю, что он возьмется. И он им говорит так: я тоже знаю, молчите. Вот такая вот была манера разговора. Говорит: молчите, я знаю. И дальше продолжаем читать. 4 стих.
И сказал Илия Елисею: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон». И сказал он: «Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли в Иерихон. То есть, куда бы ни ходил Елисей, Илия, где бы он ни служил, что бы он ни делал, Елисей ходил, ну просто, как у нас говорят, знаете, хвостиком, вот постоянно. И всегда он не хотел его сверх меры нагружать и говорил ему: вот я иду, а ты останься здесь. Но он все-таки принимал всегда решение следовать за Илией. И пришли сыны пророков, которые в Иерихоне, к Елисею и сказали ему: «Знаешь ли, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над головою твоею?» И Елисей опять отвечает: «Знаю, я также знаю», говорит, «молчите». И сказал ему Илия: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иордан». То есть мы уже видим с вами здесь, в данном случае, это уже четыре города. Был Иордан, был Иерихон, был Вефиль, а до этого они шли и вообще из Галгала. То есть в данном случае мы уже видим, они тут ходили и ходили, уже ноги себе стоптали все. И собрались они идти в Иордан. И сказал Елисей: «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя», и пошли оба. То есть они продолжили дальше идти. 50 человек из сынов пророческих пошли и стали впереди напротив их. И они оба стояли у Иордана. То есть Илия и Елисей стояли, а 50 сынов пророческих смотрели на них, стояли и смотрели на них. И взял Илия милость свою, и свернул, и ударил ею по воде. И расступилась она туда и сюда, и перешли оба по суху. То есть Илия служил, и Бог ему давал определенные дары, давал ему определенные духовные дары. И в данном случае мы видим, это чудо. То есть снял с себя пиджак, свернул его там, ударил по воде, и вода расступилась там, туда и сюда. И они оба по суху перешли. Елисей все время, когда следовал за Илией, вот такие вот опыты, ну такие вот ситуации, они давали для Елисея какой-то определенный опыт. То есть он что-то вот у своего наставника, так скажем, учителя, пастора, что-то вот он у него перенимал. И в данном случае мы видим с вами, что произошло. Читаем дальше, 9 стих. «Когда они пошли, Илия сказал Елисею: „Проси, что сделать тебе, и прежде, нежели я буду взят от тебя, сказал…» Я сначала прочитаю 9 стих. Когда они перешли, Илия сказал Елисею: «Проси, что сделать тебе, прежде, нежели я буду взят от тебя». И сказал Елисей: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». То есть Елисей и Илия, они знали о том, что Илия, он будет взят, и Илия уже, исходя из того опыта служения своего и из того, как за ним следовал Елисей, он имел дерзновение сказать Елисею: «Проси у меня». То есть это было заслужено то, что он мог бы сделать для Елисея. То есть Елисей, он втерся в доверие, он следовал, он доказал свою верность и заслужил то, что Илия ему предложил определенную, как бы, определенную вот, ну не то чтобы услугу, но как бы предложил ему, чтобы тот изложил свое желание перед Илией. И он тогда сказал: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал Илия: «Трудного ты просишь.
Но если увидишь, как я буду взят от тебя, будет тебе так. А если не увидишь, не будет. То есть тут было такое маленькое условие. И Писание дальше говорит, когда они шли по дороге, когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их оба, и понесся Илия в вихре на небо. Мы с вами только что видели, когда они разговаривали о том, что Илия предложил Елисею, то есть изложить свое желание. И когда Елисей сказал о том, что я хочу иметь такое же помазание, и там вдвойне, я хочу иметь такое же служение, только вдвойне, то тогда Илия ему ответил так, что если ты будешь, если ты увидишь, как я буду забран, то будет тебе, а если не увидишь, то не будет. И вот в 11 стихе, когда они шли дорогою, разговаривали. То есть после того, как они обсудили вот этот вот нюанс, они просто шли дорогой и разговаривали. Здесь мы с вами просто видим это определенное взаимоотношение между людьми, друзьями, когда люди просто идут вместе и разговаривают. То есть когда пастор, например, иногда просто звонит и говорит там, «Привет, брат, привет, сестра, как дела?» То есть все, ну ничего такого, то есть есть какие-то взаимоотношения, есть какая-то дружба, есть какое-то общение. Или с нашей стороны мы взяли там, кому позвонить, вот там сегодня позвоню сам, не знаю, там Руслану позвоню, или позвоню там Денису, или там вот я позвоню пастору, вот пообщаюсь с пастором. То есть обычные взаимоотношения, есть обычная жизнь, и как мы видим, они просто шли дорогой и разговаривали. То есть о жизни. Скорее всего, вот, разговаривали, имели между собой какую-то дружбу, какое-то отношение. И мы с вами тоже можем взять с этого определенный пример, когда есть какие-то, ну вот в данном случае пастор или служителя, можно просто вот как-то стараться быть рядом, быть ближе, быть в общении, иметь отношения. И через наше общение, через отношение к нашему пастору, как мы уже говорили прежде, церковь, она становится крепче, она созидается, она укрепляется. И как бы воля Божья в том, чтобы церковь на земле, она имела силу, она имела власть, и чтобы в церкви в Божьей был божественный порядок. То есть к пастору относились с уважением. Вот как мы читали, помните, преимущественно там с уважением и почитанием. И дальше мы с вами можем прочитать. Елисей же смотрел. Так, одну секундочку. Вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре неба. Елисей же смотрел и восклицал: отец мой, колесница Израиля и конница его, и не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части. И поднял милоть Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал у берега Иордана. То есть ему надо сейчас было вернуться уже. Когда он увидел, что Илия был колесницей взят на небо, он там, ему все-таки, знаете как, он хоть и знал там о том, что он будет взят. Но мы видим, он разодрал свои одежды, то есть ему было, знаете, ему было не по себе. То есть он чувствовал определенную утрату. То есть что-то произошло. Вот настолько были у них отношения такие вот дружеские, вместе, они там делали Божье дело. И вот когда, несмотря на то, что он об этом знал, он увидел, как Илия был взят, он просто разодрал свои одежды. Вот, ну вот, знаете как, стало ему очень вот не по себе. Тоскливо, можно так сказать. То есть он почувствовал определенную какую-то урон, утрату. И написано, что он поднял милоть или упавшую с него, и пошел назад, и стал у берега Иордана.
То есть, ну, он уже увидел там, немножко расстроился, огорчился, поднял вот милость, которая упала с Илии, и вернулся обратно к Иордану. И когда он подошел и взял милость Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: «Где Господь, Бог Илии, Он самый?» И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. То есть мы с вами видим определенную такую закономерность. Когда Илия сказал Елисею, что там, вот трудного ты просишь, но вот если вот увидишь, если будешь ходить со мной, если будешь вот видеть, как я вот имею, какой у меня опыт, какое у меня служение, то тогда вот если увидишь, как я буду взят, то есть это надо было бодрствовать, правильно? Чтобы вот так вот в один прекрасный момент, в тот, который ты не знаешь. Вот раз, и Илия был взят. И вот здесь написано, что Елисей взял милость Илии и ударил ей по воде и сказал: «Где Господь, там Бог Илии?» И вот написано, что вода расступилась и сюда, и перешел он. Мы видим определенную вещь, когда помазание, которое было на Илии, оно все-таки перешло. Оно перешло на Елисея. И Елисей, он продолжил это служение, он получил то, что он хотел от Господа. И мы видим дальше, что «И увидели его сыны пророков, те, которые стояли вдали и смотрели на них». 15 стих. «И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне, издали, и сказали: „Опочил дух Илии на Елисее“. И пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли». То есть, так как они принимали Илию, так как они принимали служителя Божьего, так как они принимали там вот этого пастора, вот так же само они сейчас стали почитать Елисея. Так же само они приняли, они поклонились перед ним. И они сказали, ну, они просто пришли к нему навстречу там и поклонились ему до земли. То есть это в те времена, знаете, на Востоке это вообще, ну, серьезно, когда ты отдаешь кому-то поклон, там, это большое уважение. То есть это большая как бы честь, если кому-то там отдают поклон. И мы с вами видим, что такой пример элементарный, вот как в данном случае мы наблюдаем, он жизненный, обычный жизненный пример. Вот есть служителя, есть пастор, есть братья, есть сестры. Просто Бог побуждает нас к тому, чтобы мы относились к нашим наставникам, к нашим учителям, к нашим служителям, относились с определенным уважением и с определенным почитанием. И там можно, знаете, как благословлять там друг друга. Там, и, знаете, как Господь говорит, чтобы там левая рука не знала, что делает правая. Там можно благословить брата, можно благословить подойти там служителя какого-то, можно благословить пастора. Это определенная такая, определенный принцип, который говорит нам о том, что если мы будем в правильном отношении к тем, кто стоит выше нас, кто стоит над нами, это говорит о том, что когда-то придет время, и к тебе будут относиться, вот ты сеешь определенные семена, ты сеешь внимание, почитание, ты сеешь уважение. Когда-то придет момент, когда вот мы читаем с вами 50 этих пророков, они просто подошли, и все-таки они поклонились. Они поклонились. То есть до этого было вроде бы как не так. А вот сейчас они поклонились, и они отдали дань уважения, они отдали честь Елисею. То есть если мы с вами находимся в правильном отношении к пастору, я верю так, что Бог приготовил для каждого из нас с вами служение. Бог приготовил для каждого из нас определенный какой-то жизненный план. И если мы находимся в воле Божьей, если мы находимся в служении, и мы почитаем наших служителей, которые стоят выше нас, то придет момент, когда Господь, Он даст нам определенное помазание, Он даст нам определенные знания, и Он даст нам
милость в глазах других людей. Вот как вот в данном случае вот эти 50 пророков поклонились Елисею. И еще такой важный момент. Братство, братья, сестры, это все вот, очень хорошо. Это церковь, вот, когда хорошие отношения, взаимоотношения, она созиждется, она растет. И, например, там брат Денис, там брат Саша, там, или сестра там Лена, Виктория. Там. И у нас вот, у всех взаимоотношения там в церкви, мы как-то вот растем. Мы все разные, мы все со своим характером. Мы все там со своими шутками, там, может быть, иногда неуместными, знаете, как бывает все-таки в церкви, мы же в полной евангельской. Вот. И всякое бывает. Но когда мы почитаем с вами, иногда там, если палку там перегнул, там можно подойти, там просто сказать там, брат, сестра, там, извини, там, так и так. И когда мы с вами имеем правильное отношение друг к другу, то люди вокруг. Знаете, сколько раз бывало так, что мы едем куда-то на пикник с церковью, и вдруг приходят неверующие люди. Вдруг приходят люди, которых ты там первый раз пригласил куда-то там на озеро, или там какая-то на там зимой на баллоны мы ездили. Там были люди, которые вот они в нашу церковь не ходят. Но мы их приглашали. Мы их приглашали для того, чтобы они с нами провели время. И когда вот люди смотрят на нас, на верующих, как мы вот имеем, как мы общаемся, как мы друг к другу относимся. Где-то пошутил, но с любовью. Там, где-то так, где-то поддержал, где-то помог, там, упал там, на снег, там, помог встать, там, обнял, знаете, как вот по-братски. И вот неверующие люди, они начинают задавать вопрос. И они вот говорят в своем разуме такие вещи. Вот вы какие-то не такие. Вот какие-то вы вот все-таки не такие. Вот не как обычные люди. Это слава Богу. Это говорит нам о том, что мы растем, у нас Божья Церковь, Господь созиждил ее, и Он нас сюда поместил, всех разных. Но мы знаем, что у тела членов много, но голова у нас Христос. Аминь. И когда наше отношение к пастору также, оно является правильным, с почитанием, то есть... В присутствии, например, служителей или там в присутствии неверующих людей, желательно все-таки к пастору обращаться так, по-доброму. Пастор. Пастор, потому что он пастор. Когда в церкви есть... Вот я Шарлеманя, честно, я ему вот не завидую, ему хуже всех. Вот он с пастором, просто они... Вот они уже там 25 лет почти что вместе, или может быть даже больше. И вы представляете, они вместе уверовали. И вот вместе уверовали, там где-то они гоняли футбол, или там они где-то там гуляли там на дискотеке. Ну, раньше ж мы же все гуляли, правильно? Мы же все жили как нормальные люди. Вот. И вот сейчас, Шарлеманю сейчас, вот через 25 лет вот такого совместного опыта, когда... Пастор Приск, он вот стал пастором. И вот к нему прийти и сказать «пастер», там, да, они же по-французски разговаривают, там, «пастер». Это, я честно, я просто отдаю честь. Вот я как на Востоке перед Шарлеманем вот поклоняюсь, просто, знаете, с уважением, по-хорошему. Потому что правильное отношение к пастору, несмотря на то, что вы вместе прошли, не говоря уже о нас с вами, мы знаем всего лишь его несколько лет. Не говоря, да, это великое, знаете, это откровение, и это внутри себя определенная такая вот работа, определенный характер. По-дружески там, конечно, можно там наедине там пастор Приск там, или Приск. Все нормально. Идем, жив Господь. Вот, но это ведет к тому, когда мы правильно относимся и показываем пример другим, нашим братьям, другим сестрам, это идет к созиданию церкви. Я верю, что церковь наша созидается, что церковь наша на правильном пути. И мы с вами начали читать с 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 15 по 13 стих. Можно вернуться обратно туда. 1 Фессалоникийцам, 5, 12, 15. И
Мы читали 12-13 стих, а я хочу продолжить сейчас 14 прочитать. Это вот все о взаимоотношении между братьями, между сестрами в церкви. Апостол Павел говорит так, с 12 почитаем. «Просим же вас, братья, уважайте трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою». Дальше читаем. «Умоляю вас также, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра друг к другу и всем». Это просто продолжение к тому, что я сказал. То есть отношения между там, братьями и сестрами, там, если мы иногда видим, кто-то где-то оступился, кто-то где-то что-то неправильно сделал, просто ну, в любви подойти, там, как-то вот вразумляйте, утешайте малодушных, там, поддерживайте слабых. Там, кто-то только недавно, вчера уверовал, кто-то встал только на путь Господень, на путь вот, христианина. Будьте долготерпеливы ко всем. Вот я наблюдаю, насколько вот наш пастор, он вот, долготерпеливый. Это, знаете, это редкость вообще. У нас, может быть, мы как-то бывает так или иначе себя вот, относимся к своим там, близким, братьям, сестрам. Но вот это великое благословение, когда у нас есть долготерпение. И это вот, ну, мудрость, и это такой стержень внутри нас, который вот он дает все-таки какое-то веяние такой любви, знаете. Потому что ну, легче всего там поругать, там, сказать, там, вот все, завтра больше на служение там, не приходи, там, опоздал там, на прославление, все там. Но вот как-то вот пастор находит, знаете, находит общий язык, находит правильные слова, так, чтобы не обидеть, так, чтобы с терпением сказать, с терпением поддержать, научить. И хочу с вами еще открыть к завершению Матфея, 10 глава, 40-41 стих. Матфея 10, 40-41. Матфея 10, 40-41. Тут написано так. «Кто принимает вас, тот принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получают награду пророка. А кто принимает праведника во имя праведника, получает награду праведника». Когда мы с вами в правильном отношении друг к другу и в правильном отношении к пастору, то Писание говорит о том, что если мы принимаем его не как просто там брат Приск, мы принимаем его как пастор. Вот Писание говорит так, что у пастора есть определенная мудрость, определенные дары, которыми он вот, служит в церкви. И написано так, что кто принимает вот его как пастора, тот получит от этих даров, от этих плодов, и тот получит от той мудрости, потому что мы в правильном отношении, в правильном, мы почитаем с определенным уважением, с любовью. И если мы будем просто относиться к нему как к другу, то, соответственно, мы будем от него получать как от друга. Если мы хотим с вами двигаться вперед и быть в воле Божьей на созидание церкви, то я верю, что нам нужно принимать его как, вот, как есть, как пастора. Я, когда вот пришел в эту церковь, мы с пастором Приском чуть-чуть были знакомы, вот совсем чуть-чуть были знакомы до того, как я пришел в эту церковь. И мы несколько раз встречались, и когда мы встречались, ну, я просто был брат там, Володя, а к пастору я обращался просто Приск. Ну, потому что мы просто только что познакомились, мы друг друга не знали. Но когда перешел, вот, перешел тот момент, когда я стал ходить вот уже в церковь, я для себя просто сразу решил с первого дня,
что я хочу относиться к этому человеку, он пастор этой церкви, я хочу ему, к нему относиться так, как вот Господь хочет, с уважением, с почитанием. И вот он с первого дня, пастор, ну, может быть, я могу сказать ему, пастор Приск. Но как бы суть не меняется. Я верю, что за короткое время, там, за всего лишь там почти что 3 года, вот в октябре будет 3 года церкви, я верю, что мы многого вместе добились. Я верю, что Господь, Он вел до сего момента нас с вами. И много начиналась церковь, вы кто помнит, кто с самого начала был там всего лишь там, 4-5 человек, может быть, там 3 семьи, 4 семьи, не больше. Но Господь, Он великий, Он делает свою работу. Во-первых, Он использует пастора и для того, чтобы служить с открытым сердцем, мыть ноги вот своим ученикам, как Иисус мыл, быть открытым, быть в воле Божьей. И вот это все оно приводит к тому, что церковь, она созидается. И я верю, что в один прекрасный день здесь будет мало стульев. Я верю, потому что церковь, она движется в воле Божьей. Церковь движется в принципах, которые Бог закладывает между, например, отношениями между братьями и сестрами. Всемогущий, мы превыше всего, что